Городская дума, консульство Российской Федерации в городе Даугавпилс, консульство Республики Беларусь в городе Даугавпилс, общественная организация «Лакция». Вы видите, сколько цветов и венков сегодня у нашего памятника. А это значит, что это место всегда, наверное, честь, цветы, музыка. Я рад приветствовать вас на торжестве. Дорогие горожане, дорогие ветераны. Ветераны передают внукам свою память, что мы будем встречать еще не один День Победы. Уважаемые ветераны, жители и гости города Резекна, фашизмом, где погиб каждый третий, где мы не сдались. И мы гордимся вашим подвигом. Еще раз поздравить вас с этим. Мы благодарим Генеральное консульство. С Днем Победы! С юбилейным Днем Победы! Мне блокадница Ленинграда доверили выступить перед вами. Я не буду приводить... Жили дни ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Дорожка фронтовая, а не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома. Солнечного дня золотом даря, убит из кино, никуда не торопясь, выйдет из кино, карусель его мчит, музыка из меня, и в запасе у него останется полдня, останется. А главное, чтобы его далекая любимая весь фронт раскалён от огня.
Лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Кроватки тайком ты слезу утираешь. Мне надо встать за всех юнцов, не состоявшихся отцов, в последний бой, за не вернувшихся нам. У нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в тени. На безымянной высоте весна 45-го года. Каменолка Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный. Солдат на гармонии играл и все. Помнит Вена поет. Пропал. Переспроси меня.
день победы. Дни и ночи, здесь мы дружно вели, вот и все, мы бежали, как...